Здравствуйте. В студии Ахарас, востоковед, руководитель мозгового центра Third View Рауф Раджабов. Добрый день. Добрый день. Сегодня мы поговорим о начале поставок российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию и о процессах, которые протекают вокруг этого события. Первый наш вопрос: в какой мере данные системы усиливают потенциал вооруженных сил Турции и являются ли они угрозой для американских истребителей F-35, как об этом заявляется в Вашингтоне? На ваш вопрос могу сказать следующее. Первое. Системы С-400 не представляют угрозы для американских современных пятого поколения самолетов F-35. Почему? По той простой причине, что они на самом деле многофункциональны. И отличие F-35 от русского, даже тоже современного пятого поколения Су-57 заключается в том, что американские истребители пятого поколения работают как по воздушным, так и по наземным целям. Су-57, к примеру, он может очень активно работать по воздушным целям, но менее активно по наземным. Поэтому Су-57 должны быть сопряжены Су-34 или Су-35. Но в американском варианте они автономно и очень блестяще могут работать. Но дело даже не в том, что это не представляет опасность для F-35 по той простой причине, что турецкая сторона сама является членом этого консорциума по производству этих самых самолетов пятого поколения. К примеру, 900 деталей производится на территории Турецкой Республики, но 400 из них – это уникальные детали, которые изготавливаются только лишь турецкой стороной. Поэтому если американская сторона по той или иной причине хочет вывести Турцию из этого проекта, то возникает вопрос, где будут изготавливаться эти самые 400 уникальных изделий, которые готовятся Турции. Я не имею в виду те 500, их можно заменить, ну, к примеру, во Франции, в Германии, ну, в Европе. Но 400 практически невозможно, это потребует времени. И, с другой стороны, Турция вложила 1 250 000 000 долларов для производства этих самых самолетов. Поэтому тут может грозить американской стороне суд, где и будет востребовано именно восстановление участия Турции и предоставление турецкой стороне тех самых 100 самолетов F-35. Но теперь другой момент. Усиление вооруженных сил Турции. Конечно, да. Почему? Потому что у Турции все-таки слабые развитые ВВС. У Турции нету сильной системы раннего обнаружения баллистических и аэродинамических целей, что есть как у США, у НАТО, так и у России, Китая, Франции, Великобритании. Поэтому естественно, что турецкая сторона хочет усилить свои возможности на возможных тетах военного действия. К примеру, угрозы Турции со стороны Израиля. Гипотетически – да. Угрозы Турции со стороны Греции. Гипотетически – да, хотя они состоят в одном альянсе. Угрозы Турции со стороны Ирана. У Ирана есть баллистические ракеты дальностью 2500 километров. То есть охват полной территории Турции. Но если взять систему ПВО НАТО, то система ПВО НАТО на сегодняшний день не обеспечивает полную безопасность Турции. Следовательно, Турция обязана обеспечить свою безопасность, что она и делает. Где и как будут применяться эти российские комплексы? Ну, гипотетически, то есть это можно предположить, что 4 дивизиона, которые закупает Турция, будут размещены один дивизион Анкара-Стамбул, один дивизион на греческом направлении, тем более, что конфликт между Турцией и Грецией, он был как бы такой исторический. Но сегодня он еще усиливается газовой составляющей, потому что идет геологоразведка у берегов Кипра.
И поэтому кипрская проблема и газовая проблема, уже энергопроблема, то, естественно, я думаю, что Турция разместит и на греческом направлении. Третье направление, на мой взгляд, это будет сирийское направление. В данном случае охват Сирии и Израиля. И это полностью обеспечит безопасность с этого направления. И четвертое направление – это иранское направление. То есть нейтрализовать гипотетическую угрозу со стороны Ирана, Ирака, скажем так. И поэтому Турция это реализует. Но, на мой взгляд, тут есть очень важный момент. Почему Турция не желает интегрировать данную систему в систему НАТО? Кстати говоря, это не американцы не желают, и не НАТО не желает, чтобы интегрировать систему Е-400 в систему НАТО. Именно Турция не желает интегрировать. Вопрос, почему? На мой взгляд, ответ нужно искать в 2016 году, когда была попытка военного переворота в Турции. Именно несколько боевых самолетов, вылетевших с Инджирлика, военной базы США в Турции, сопровождали самолет Эрдогана. Но они не открыли огонь, они не уничтожили. По сей день это загадка, почему этого не было сделано. На мой взгляд, нежелание интегрировать систему Е-400 в систему НАТО заключается в том, Турция хочет полностью обезопасить себя, даже со стороны НАТО. То есть, скажем так, если есть гипотетическая угроза со стороны Альянса или группы стран-членов Альянса, Турция желает эту проблему решить. Давайте вспомним, когда в прошлом году на учениях Норвегии были вывешены фотографии Эрдогана. То есть в данном случае фотографии Эрдогана были мишенями, по которым работали военнослужащие НАТО. Но я не думаю, что это приемлемо для современного военно-политического блока, когда фотография главы государства становится мишенью для отработки тех или иных навыков той или иной стороны. Поэтому, на мой взгляд, турецкая сторона желает гипотетически реализовать угрозу и тем самым обезопасность как главу государства, так и страну в целом. Именно, на мой взгляд, в этом заключается и разгадка, почему сегодня протекает такое противостояние между США и Турцией. Почему? Конечно, я думаю, что американская сторона и НАТО желали бы интегрировать систему Е-400 в натовскую систему, тем самым распознать эту самую... Самый главный, ключевой вот элемент – свой-чужой, по которому работает та или иная система. Если этого желания нет, следовательно, Турция хочет иметь ключи у себя. Турция не хочет передавать ключи никому. И это только лишь это может обезопасить турецкую сторону. В свое время США отказались от продажи Турции своих систем «Патриот», и в ответ на это как бы Турция приобрела российские системы. Об этом говорил и президент Дональд Трамп, обвинив предыдущего главу Белого дома. Сейчас США грозят отказаться в продаже Турции F-35. Как вы считаете, может ли Турция в этом случае обратить свои взоры на российский Су-57? Я думаю, что тут есть несколько причин, по которым и протекает вот это, скажем так, некоторое противоборство или противостояние, недопонимание. Во-первых, С-400, они вдвое или даже как минимум вдвое, они по различным параметрам они превосходят аналоги, к примеру, Патриот и Саад. Патриот, к примеру, стояли на территории Турции в 2015 году, но были оттуда отозваны. Если
зрители вашего канала помнят, и это помнят эксперты и так далее, политики, когда Турция настаивала оставить эти самые системы Патриот, тем самым обезопасить Турцию от иранской ракетной угрозы. От иранской ракетной угрозы. Но этого не было сделано. Это было, да, было сделано при Обаме, но тем не менее, в этом участвовала и германская сторона, Ангела Меркель, потому что эти системы Патриот были привезены из Федеративной Республики Германии. И в данном случае немецкое согласие, если было бы согласие, то они были бы размещены и остались бы там. И уже не было, не стоял бы вопрос о закупке, к примеру, российской системы H-400. Кстати говоря, после этого Турция хотела купить и китайскую систему ЗРК, но отказалась. Почему? Потому что Китай сам в прошлом году закупил у России H-400. Следовательно, зачем покупать китайскую систему, тогда надо купить уже российскую систему. С другой стороны, F-35. Ну, F-35, я не думаю, что сегодня этот проект закрыт. Для Турции нет. Я думаю, Турция будет до конца бороться, отстаивать свои права на этот проект. На 100 боевых самолетов F-35. Почему? Потому что если уже у Израиля они есть, и у Норвегии они есть. Следовательно, если американцы ставят вопрос, что гипотетически, теоретически, практически H-400 могут распознать свой чужой и так далее, все секреты F-35, которые, если американцы поставят на вооружение турецких вооруженных сил, то в таком случае почему нельзя говорить о том, что уже русские этим владеют ключом? Почему? H-400 стоит в Хмеймиме, в Сирии. Это рядом с Израилем. Охват до 600 километров, который охватывает H-400. Израиль полностью попадает в радиус захвата H-400. То же самое и Норвегия. Поэтому, если уж говорить о том, что они могут это сделать, тогда надо ставить по-другому вопрос, что H-400 уже знают секреты F-35, потому что они стоят на вооружении Израиля и Норвегии. Следовательно, русские никак не могут узнать эти секреты от турков. Потому что они уже это знают. Хмеймими стоят и на расстоянии Норвегии, на Кольском полуострове, Калининграде и так далее. Поэтому, на мой взгляд, Турция будет добивать свои 100 самолетов. 1 250 000 000 они уже вложены, как я уже сказал выше. 900 изделий, как я уже обозначил выше, производятся турецкой стороной. Но, естественно, что Турция может дополнительно к 100 F-35 закупить и еще Су-57. То есть в данном случае интегрировать в систему ВВС и ПВО Турции. Почему? Потому что на самом деле одни параметры сильны у F-35, но для воздушного боя, для уничтожения воздушных целей Су-57 – это уникальное оружие. Поэтому, если уже говорить о том, что смещаются театры военных действий, имеется в виду будущих театров военных действий в регион Ближнего Среднего Востока и вообще и так далее, то, естественно, что Турция должна обладать всем набором современных вооружений. Именно 5-го поколения. Поэтому я думаю, что Турция поступит более прагматично, отстаивает свои интересы на направлении F-35 и приобретение, возможно, Су-57. А в чем конкретно преимущество Су-57 перед F-35? Они автономно работают против воздушных целей. Они работают не просто против каких-то, они работают, скажем так, на большом расстоянии и оставаясь невидимыми для ответного удара. В данном случае, я думаю, что для турецких вооруженных сил они очень важны, потому что если взять, ну, к примеру, Израиль,
это теоретический противник Турции. Он обладает этим оружием. Королевство Саудовской Аравии. У Саудовской Аравии с Турцией сейчас очень большие проблемы в Ливии. Если Турция поддерживает Триполи, Сараджа, то Королевство Саудовской Аравии поддерживает Хафтара, маршала Хафтара. Поэтому это братья-мусульман именно поддерживает Турция, против которых воюет Саудовская Аравия и их союзники. Катар лишь является союзником Турции. Поэтому это очень серьезная проблема, которая будет только лишь накручиваться. Если взять Саудовскую Аравию, она заключила договора с американцами на закупку вооружения на несколько сот миллиардов долларов. Для кого закупается это оружие? Против Ирака? Конечно, нет. Против Йемена? Ну, естественно, нет. Против Сирии? Абсолютно нет. Там уже Россия присутствует, поэтому это уже проблема. Значит, для кого-то, для Ирана вполне возможно. Но не только для Ирана, я думаю, для Турции. Почему? Потому что Турция и Саудовская Аравия борются за региональное господство в этом регионе. Это нужно понимать, и это надо говорить откровенно. Иран тоже боролся. Но я не думаю, что Иран сегодня является тем самым игроком, кто может бороться за региональное господство, гегемонию. Сегодня две страны, которые борются. Саудовская Аравия, Турция. Поэтому, естественно, что Саудовская Аравия должна закупить те вооружения, которые позволят не просто стать гегемоном в этом регионе, уже Турция гегемон, но и защитить свои интересы, тем более, что Турция трансформируется в энергетический хаб, а хаб надо защищать, как энергетический, так и транзитный хаб, так и транспортный. Поэтому сегодня формируется, скажем так, будущий миропорядок в регионе Ближнего, Среднего и всего Большого Ближнего Востока. И поэтому сегодня то, что Турция отстаивает свои интересы, это говорит об одном, что Турция трансформируется, скажем так, уже в глобального игрока, с интересами которого надо считаться.